Всем большой привет! У меня сегодня на канале Дежавю. Я вчера попала в Фикс Прайс и в Улыбку Радуги, но подумав, я сегодня снова пошла в Фикс Прайс и в Улыбку Радуги. Но вообще я шла в Улыбку, Фикс Прайс просто, вот знаете, когда он по дороге, очень сложно пройти мимо. Давайте покажу, что я немножко взяла в Фикс Прайс, а потом объясню и расскажу, что же меня привело в Улыбку, потому что в основном-то интересно все там. В Фикс Прайсе взяла очередную вот такую корзинку. Она мне, знаете, для чего оказалась нужна? Именно для ютубовской деятельности. Когда я показываю какие-то заказы, запасы, я это все по 2-3 вещи таскаю, все эти бутылки в руках. А мне нужна корзина, в которую я буду складывать свои покупки и разносить по своим местам. Вот. И поэтому она мне была реально прям нужна. Вот, теперь она у меня есть. Обычно они у меня все уже в дело пущены, что-то в них лежит. А это мне нужна именно пустая для такой вот деятельности. То же самое ради косметичек месяца я взяла еще вот такую вот, как это называется, органайзер такой. Он 77 рублей. Та корзина, по-моему, 25 рублей всего стоила. А этот органайзер мне нужен для косметичек, потому что мои все заняты, а мне нужен пустой, когда вот пришла, конкретно показала его, использовала и убрала опять на полку до очередного ролика. Вот, прямо это конкретно для деятельности канала. Наконец-то, я наконец-то в нашем Фикс Прайсе увидела вот эти штуки по 4 рубля. Они очень мне нужны, потому что волосы длинные, и когда моешь голову, ванна засоряется. Ну, девочки с длинными волосами понимают, о чем я говорю, поэтому вот такие штуки мне нужны, и я их взяла. Ну и также в кухонную раковину тоже надо, когда чистишь картошку или вот что-то, морковку чистишь. У меня нет такого мешочка, в который бы это очистки падали. Они у меня падают в раковину. Ну и тоже потом муж ругается, что я все засорила. Вот. Призналась. Увидела вот такие мимишные носочки. Носки женские, размер 36-38 через тире. Вообще я взяла две пары. Одни такие вот бежевые, светлые, тоже с лисенком. И вот темно-коричневые с лисенком. Но на кассе в этот раз меня предупредили, что они по 99 рублей. Но я сейчас шла не в Фикс Прайс, поэтому мне денежки были нужны в Улыбку Радуги. И одни я выложила. И получилось так, что вот с лисенком одни носочки я все-таки принесла себе. Очень красивые, симпатичные прям такие, что хотелось мне, чтобы они у меня были. Дальше. Давайте покажу овсяное печенье. Вообще я слышала отзывы, кому-то оно не нравится. У меня нормально, семья его любит, стоит оно 50 рублей. Ну, печенье как печенье, бывает, конечно, вкуснее, но вот так вот чайку попить, молочка попить нормально. Но вот предупреждаю, что слышала отзывы, кому-то оно не понравилось. Ну и последнее, что я взяла в Фикс Прайс, ребенок попросил, с ароматом докторской колбаски, выпей меня. Это вот такие хлопья, которые высыпаешь в рот и кушаешь. Вот как тут это делает вот этот тигренок. Вот. Ну, у кого есть дети, они уже в курсе, что это такое, наверное. Все. Ну, теперь давайте про Улыбку Радуги. В этом месяце там такая акция, если вы берете на 1000 рублей, и тогда у вас 20% будет скидки. А так как я вам говорила, что готовлю конкурс, и мне нужны были обязательно какие-нибудь подарки для конкурса, я подумала, что это самое лучшее время, когда можно сходить и купить на 1000, у тебя получится 800 всего оплатить, и вроде и мне хорошо, и подарки куплю. Давайте я покажу, что же я купила. Очень понравилась многим косметичка, которую я взяла себе. Если честно, я хотела взять сегодня таких две. Одну на конкурс, вторую моей подруге, которая тоже осталась в диком восторге от этой косметички. Девочки, надо было видеть, как я в этой корзине с косметичками лазила. Они у меня летели на пол даже. Но нашла я всего одну, поэтому, ну, наверное, я ее подарю все-таки подруге. Конкурс я что-то другое. Вот, потому что подруга ближе, и вот отправлю.
Очень красивые, конечно. Если у вас есть магазин «Улыбка радуги», зайдите, посмотрите. Может быть, вам тоже вы найдете, понравится. Тут клеенка, тут не кожа, не ткань. Это клеенка. То есть она не настолько дорого смотрится, может быть, как выглядит на камеру. Но вот этот дизайн, он очень-очень красивый. Внутри подкладка и большой объем. Очень красиво, конечно, смотрится. Так, я вот карабин не туда защелкнула. Его надо вообще-то на другую сторону. А я ходила, хотела отдать... Так, где он? Вот он, на самом деле. Хотела отдать вот такой шнурок, а оказалось, что он уже им не нужен. Косметичек таких больше нет. Вот я эту последнюю взяла. Вот. Давайте я закрою. Вот так она выглядит. Ну, симпатично. Конечно, симпатично. Дальше. Давайте смотреть, что я еще сегодня взяла. Взяла еще одно такое мыло. Одно, я вам говорила, на конкурс. Второе себе. Ну как у меня мыльная коллекция. Подумала. Ну, мне что же оно надо? Вот. Дальше. Вчера тоже я купила себе, вот это я вчерашние показываю покупки. Я говорю, сегодня будет дежавю, я буду все вчерашнее показывать и радоваться. Два средства, если берете от чистой линии. Я взяла лосьон тоник для нормальной комбинированной кожи с васильком. Ну и нежную пенку для умывания. И мне в подарок дали детское мыло с первых дней жизни, гипоаллергенно, с ромашкой. Ну я была так рада. Вы думаете, я сегодня что делала? Ну, конечно, я пошла по чистой линии, потому что я очень люблю их лосьоны-тоники. Я там нашла два оставшихся. Это ухаживающие и матирующие. Один идет для сухой и чувствительной кожи, второй для жирной. Ну и, как я там сказала, для проблемной, для нормальной и комбинированной. Вот. Получается, на лето одно, на зиму второй. Ну и смотрятся они симпатично, да? Правда? Конечно, я получила мыло. Вообще, кажется, ну зачем вот эти вот акции? Ну вот такой подарок, он делает подешевле саму покупку. Тоники мне очень нужны. Даже в подарок приятно его подарить. Ну а вот эти вот два мыла, ну, приятный бонус. Далее. Хотелось мне взять гель и жидкое мыло, какое-нибудь такое, чтобы оно не было, ну, как бы замыленным глазами. Ну, взяла я вот эту от Деликея крем, слива и цветы сакуры с маслом жожоба. Вот такой вот гель для душа. Мне кажется, он какой-то симпатичный прям. И жидкое мыло я взяла вот такое. Очень симпатичный такой. И увесистый флакончик, арома коллада, жидкое мыло, свежесть цитруса, увлажняющее. Ну и вес такой хороший, 385 миллилитров. Ну, я думаю, будет... Так, сюда хоть что ли их поставить? Влезут? Влезут. Мы отъедем. Вот. В общем, вот так. Посчитала, на 1000 еще у меня не набралось, и взяла вот такой вот набор. Не помню, сколько это стоило, но на самом деле мне очень нужна была вот это вот средство двухфазное для снятия макияжа с глаз. У меня есть водостойкая тушь, скоро снегопады начнутся, а тушь мне смывать нечем. Ну, приятный бонус, видите, бальзам от Нивея тут висел. Мне бальзам сам не нужен был, но мне вот хотелось двухфазку. Поэтому у меня теперь есть еще и двухфазка с бонусом. Взяла. Вы знаете, я так давно не покупала какие-то вот уходовые или декоративные вещи. Ну, если не считать каталоги. У меня прямо удовольствие какое-то сейчас выкладывать вот эти вот бутылочки, баночки, трогать их. Ну, в общем, приятно. Ну и последнее, ради чего я вообще шла. Мне хотелось на конкурс чем-то декоративное. И взяла вот такую палетку. В последнее время я обзоры на эти палетки вижу у многих девочек. И девчонки хвалят эти тени. Я взяла на конкурс. Мне кажется,
приятно будет кому-то получить такой подарок. Если вы не против, я вот тут вот так открою, ну, чтобы показать. Тут пленочка. Так, пленочка вам мешается. Так, вот пленочка и кисточка. Зеркала нет. Это жестянка. И вот так оттенки смотрятся. Есть матовые, шиммерные и сатиновые. Оттенки приятные. Вот. Ну, надеюсь, приятно будет тому, кто выиграет в конкурсе. И, возможно, подарки понравятся. И я думала, что я там уже всех обманула. 1000 я получу, как вот здесь вот написано, на всю покупку 20% скидки. И мне уже на кассе после всей скидки девушка дает купон. При следующей покупке, если я на 500 рублей беру товар, мне будет какой-то подарок. А я на нее смотрю, говорю, а вчера вот этот вот бонус-то был? Она говорит, был. Я говорю, а с какой суммы дается этот купон? Она говорит, с 500 рублей. Я говорю, я вчера на 700 покупала. А где мой вот этот купон? Она говорит, ну сегодня, видимо, продавец добрее, чем вчерашняя. Я говорю, девушка, а можно? Говорю, как будто я этот купон вчера получила. Ну, я вот честно вчера только у вас отоварилась на 700 рублей. Ну, неужели мне еще раз идти и еще на 500 брать? Я же уже не приду к вам. Я вот сейчас на 1000 взяла. Девушка поулыбалась, говорит, ну, давайте. Она открывает там сундук свой такой и достает большую коробку, ну, большую, относительно большую, печенье Орео и такую хорошую, симпатичную, большую пачку подарочного чая. Говорит, выбирайте подарок. Ну, у меня Максимка со мной был. Он сразу выбрал коробку Орео. Ну, к чему я вообще это говорю? Девчонки, вот если честно, это сколько вчерашний продавец себе подарков набрал? Если 500 рублей, она не выдавала эти чеки, а следующие 500 рублей, в принципе, этот чек, ну, купон вот этот, она может брать коробку Орео и пачку чая, да? То есть, получается, она бедная, наверное, еле до дома дотащила трофеи-то свои. Ну, ладно, это не мое дело в любом случае. Приятно. Вот я хочу огромное-огромное сказать вот этому продавцу, этой девочке спасибо, потому что приятный, на самом деле, подарок. Вот вес хотела посмотреть. 228 грамм вот в этой коробке. И вот такой вот получился еще и подарок. У нас и печенье, и мыло в подарок, 20% скидки мы получили. В общем, девчонки, если вы вдруг будете покупать что-то в Улыбке Радуги, имейте в виду, что там еще есть вот этот чудо-бонус в виде 20% и вот такой акции. Вот. Все, на этом все. Сейчас я сниму уже, запущу наконец-то ролик с конкурсом, а то я что-то уже его обещаю-обещаю, никак не сделаю. А сама я сейчас с вами прощаюсь и до следующего видео. Всем пока!